Безяев Дмитрий Иванович, летчик, штурмовик, герой Советского Союза, гвардии полковник. Дмитрий Иванович нес службу в составе 218-го авиационного полка, командир звена, совершил 140 боевых вылетов, закончил войну в Берлине. За проявленный героизм 15 мая 46 года ему присвоено звание Героя Советского Союза, награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны первой степени, тремя орденами Красной Звезды, другими медалями. Именем героя названа улица в городе Пскове. Бюст установлен в поселке Маслянина. Имя увековечено на аллее героев. Установлена памятная доска и памятник в городе Пскове. Человек, о котором я говорил, мой дед, рассказать о нем мой долг, честь и гордость. Я буду стараться быть достойным его памяти.